вам, наши зрители. Если вы включили свой телевизор и увидели нас, значит, вы все правильно сделали и смотрите «Утро на импульсе». В эфире мы, ваши будильники, Иван Фролов и Кристина Логинова. Сегодня праздник, День народного единства, выходной у всех. И очень много вопросов. Если вы не спите в 6:30 утра, почему вы не спите? Но вам безумно повезло. А все потому, что у нас сегодня необычное начало дня. Мы просыпаемся под чувашские народные песни и аккомпанемент баяна. Наши музыкальные гости сегодня – артисты городского дворца культуры «Октябрь» Нина Гаврилова и Сергей Иосько. Доброе утро вам. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что к нам пришли. Скажите, пожалуйста, чем вам так полюбилась народная музыка? Народная музыка, она широкая, раздольная. В народной музыке есть душа. Когда поешь музыку, народную песню, когда поешь народную, это равносильно тому, что вот ты стоишь в церкви и читаешь молитву. Это вот как очищение души. Вы не только на чувашском поете? Нет, не только на чувашском. А какие еще языки? Ну, у меня есть коллектив «Ямалочка», коренные малочисленные народы севера. Естественно, я с ними пою на ненецком языке, на языке ханты, коми-зыряне мы поем, на чувашском, на русском, приходится и на украинском. Ну, вот. Да. Очень люблю украинские песни. А вот песня, которая в самом начале звучала, она о чем? Мне показалось, что она была какая-то вот страдальческая. Эта песня называется «Эмерсаки Сарлага». Чувашская, да? Да, чувашская, старинная народная песня. Это как будто вот гимн чувашского народа о тяжелой жизни чувашского народа, как они поднимались с колен и достигали вершин всех высот. Сергей, во время некоторых акций, ну, все-таки, по крайней мере, видели и вас в городе, и на ваших выступлениях были не только чувашские или какие-то русские песни были, зарубежные есть, зарубежные мотивы. В репертуаре? Да. Ну, конечно. Есть у нас и песни отечественных, вот скажем, Высоцкого, нашего знаменитого Владимира Семеновича в репертуаре. Песня лирическая, «Моя цыганская». Есть песни из репертуара «Мирей Матье», «Прости мне этот каприз». И, кстати, скоро мы эти песни покажем в нашей концертной программе «Опавшие листья» 9 ноября. Так что мы вас приглашаем туда. Ну, хочется поиграть не только народную музыку, хочется немножко эстрады какой-то зацепить. А можете вот что-нибудь сейчас прям наиграть такое? Эстрадное. Эстрадное, да, любимое. Эстрадное. Хоть вы и в народном костюме, но тем не менее. Ну и так дальше. Мне кажется, это достойно аплодисментов. Как раз-таки музыка и объединяет. Вот мы все же начали про День народного единства, да, сегодня праздник. Вот как вы отмечаете День народного единства? Вы, наверное, всегда на работе, концерты, праздники. Как настоящие артисты. У нас, как всегда, работа. Мы в работе. Все праздники, все выходные у нас работа, как всегда. Ну, мы с Ниной дружим. Вот. И получается, что вот вам и единство. Украинцы, чувашка, украинцы, да, и чуваши. Дружат с чувашами. И, ага. Ну, как марийцы с чувашами. Да, да. Да? И мы вот ансамблю русских народных инструментов, которым руководит Сергей Николаевич Иосько, в 2020 году будет 20 лет. В апреле будет юбилейный концерт. И мы на протяжении 20 лет вместе. Это замечательно. Да. Как брак практически. Да. Межнациональный. Нина Владимировна, у нас тут в студии есть еще атрибуты, о которых мы тоже хотим поговорить. Это все сделано своими руками. Да, моими руками вышиваю. Когда на досуге вышиваю, когда я работаю, занимаюсь, у меня начинают мозги работать.
песни раскладывать по партии. А чтобы отдохнуть руками. И не глядя, вот так вот и работаю. А что это за мотивы вот такие интересные? Мотивы? Да, ну узоры. Что они означают, получается? Вот у меня, давайте с меня, наверное, начнем. Давайте. У чувашей каждый орнамент, он означает что-то, имеет свой знак. Здесь это сразу, наверное, понятно, это древо жизни. То есть не кончается древо жизни, и наверху это птицы. Этот род, он продолжается. Вот как. Да. Вот, да, чтобы нашим зрителям было чтобы понятно. А вот это что такое? Это вот солнце. Солнце у нас вот бывает разной формы. Солнце есть, значит, человеческая жизнь продолжается. А маленькие черные вот эти закорючки, это детки маленькие. Вот. Тоже для продолжения рода? Продолжение рода. А как это используется? Это вот на сеновых, в жизни повседневной. И туда что-то можно положить, что-то, да? Что-то необходимое. Женщины ложат с собой, берут в дорогу. Сумочки такие. Расческу, помаду. Да, да. Телефон. Все самое необходимое. В настоящее время телефон. А вот этот узор, он как раз символизирует сегодняшний праздник. Праздник День народного единства. В этом узоре дружба, взаимопонимание и согласие. Опять-таки, вот эти маленькие, это древки, маленькие детки. А здесь семейный очаг. Владимир, я не могу не спросить, вы просто со мной вот так рядом сидите. Вы вот весь концерт в своем головном уборе проводите. Угу. Насколько это тяжело? Я понимаю, что это все металл, друзья. Нет, вообще у нас манисты, головные уборы, они делаются из серебра. Они даже до 16 килограмм доходят. Чем женщина зажиточнее, богаче, чем тяжелее вот эти украшения. Насколько вы вот зажиточная? Ну, этот головной убор мне передался от матери. Но он же не из серебра, он имитация серебра получается. Но я его выдерживаю. Это не мешает вам? Это не мешает. Я его даже вообще не чувствую. Я предлагаю пожелать всем доброе утро на чувашском языке, пожелать хорошего настроения и все-таки в финале исполнить нам какую-нибудь веселую заводную песню, чтобы все проснулись. Да, действительно. Ирыгун булдар сирехи зеплетели куравшизем. Сирепурнете иксель метелей. Ворам кунчул сунатпар. Яланах сидел гушинче абачимыш тулы булдар. Скамейка жинче ачапуче земларчар яланах. Ирыгун бабурылмар. Ирлых сывлых сире сунатпар. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Спасибо вам большое. Может быть, мы что-нибудь исполним? Или вы, может быть, еще хотите что-то добавить? Ну, мы споем. Я думаю, давайте. И добавим как раз. Этим все будет сказано. Советы у нас музыкальные. Не ходить в лесочек, да не рвать цветочек. Гостями утра на «Импульсе» были Сергей Осько, Нина Гаврилова, артисты Городского дворца культуры «Октябрь». Просыпаемся, продолжаем вместе.
Ну что, и тебя, Вань, с праздником. Да, и тебя, Кристина, тоже с праздником, с Днем народного единства. Это один из самых молодых, кстати, праздников нашей страны. Он отмечается всего лишь 13 лет, но всегда отмечается с размахом и объединяет все народы нашей страны. А учрежден он в память о событиях 1612 года, когда Москву освободили от польских интервентов. Вот ты никогда не задумывалась, как его отмечают? Ну, мы понимаем, 23 февраля – это пена для бритья носки, 8 марта – это цветы, а День народного единства. Как его отмечают? Конечно же, его отмечают с размахом. Очень много мероприятий проходят в городе, которые, кстати, не только у нас в городе, вообще по всей стране, в любом городе. От самого маленького до большого, крупной столицы и так далее. Но в Уренгое не исключение. Поэтому просыпайтесь и вперед за праздничным настроением на городскую площадь. Уже в 12:30 там начнется акция «Наш дом Россия». Каждый желающий сможет оставить свою дату рождения на большом баннере, который будет размещен на городской площади. Правильно? Правильно. Так, а в час дня? А в час дня начнется праздничный концерт. Там же на городской площади артисты городского дворца культуры «Октябрь» подарят свои песни, и все это будет называться, вот, ну, что я просто прочитаю, чтобы на всякий случай не ошибиться, «В единстве народа, единство страны». Ну и еще одно такое милое событие проходит обычно в День народного единства. Новоуренгойцы молодые получают в первый раз паспорта, то есть тем, кому исполнилось 14 лет, они получат в 15:00 в октябре. Церемония «Ты гражданин России». Вот такие прям лозунги. Событие действительно милое. Я просто вспоминаю, как я свой первый паспорт получал. Я бы не против был, чтобы мне его тоже со сцены вручили. Да, лозунги, конечно, интересны. Я хотел бы посмотреть в глаза тому человеку, кто придумывает эти лозунги, ну и, видимо, пожать руку, потому что каждый год они абсолютно новые. Мы забыли рассказать еще об одном очень важном мероприятии. В Новом Уренгое проходит большой гражданский форум. Кстати, он сегодня во Дворце спорта «Звездный». Да, там, кстати, соберутся активные представители гражданского общества, молодежи, представители администрации, национальных культурных автономий города, волонтеры. Все они вместе будут обсуждать очень важные насущные проблемы территории. Ну, а одна из главных тем – это, конечно же, социальная активность населения. Вот мы с тобой социально активные, потому что мы пойдем на гражданский форум, поэтому приходите, познакомимся. Да, вот такой вот у нас сегодня выдастся насыщенный денек, правильно? Да, ну а как правильно начинать день? Конечно же, его нужно начинать с зарядки. Мне, по крайней мере, так и мама, и бабушка заставляли меня, утром рано поднимали и заставляли, ну, не отжиматься, но хотя бы пресс качать. Как это мило, Вань. Сегодня мы поговорим об упражнениях в домашних условиях и жим вверх с плеч. Это укрепляет мышцы плечевого сустава, придает форму округлости визуально. Так, и нам понадобится две гантельки, упражнения с гантелями. Если в домашних условиях нету гантелек, можно симпровизировать и набрать бутылки, воду и выполнять упражнения с водой. Техника выполнения этого упражнения – ноги ставим на ширине плеч, как удобно, чтобы комфортно было. Ноги чуть-чуть сгибаем, чтобы убрать нагрузку с коленного сустава. Руки наверх, локти смотрят постоянно вниз. Спину держим ровно и поднимаем наверх. Раз. Отпускаем медленно до уровня мочек уха. И поднимаем наверх. Полностью на верхнем положении руки не выпрямляем, они остаются согнуты, также чтобы убрать нагрузку с суставов. И на выдохе поднимаем наверх. Отпускаем медленно вниз и вдыхаем. Плечи не забрасываем вперед, работают только руки. Локти чуть-чуть вперед. Вот. Поднимаем. Выполняем это упражнение 3 подхода по 12 раз. В этом упражнении участвуют дельты, в частности передняя дельта. Также стабилизируется сустав средняя и задняя. Пропускаем. Угу. Все, закончили. Также можно симпровизировать в домашних условиях, делать это упражнение сидя.
Можно сесть на стульчик, как на табуретку без спинки, так и со спинкой, чтобы упор был спинкой на спину. Плечи не поднимаем. Плечи на одном уровне, работают только руки и дельты. Рекомендую уделять время на себя, на тренажерный зал 1,5-2 часа, чтобы привести себя в порядок и держать себя постоянно в физическом тонусе. О, пока кто-то занимается зарядкой, а кто-то уплетает конфеты, да, очень, очень удобно, я хочу сказать. Тебе завидно, Вань, на, конфетку съешь. Я не ем сладкое, мне лучше яичницу с беконом, допустим. Ну вот, а почему бы нет? Размечтался яичницей мы с беконом, поди-ка что. Да, и, кстати, в твоем исполнении. Ну а, вот смотри, еще. Смотри, как просто. Ой, ты знаешь, чтобы хорошую яичницу приготовить, нужно выбрать правильную сковородку, и мы, кстати, сейчас об этом и расскажем. Я прям чувствую, что это вот про подарки на 8 марта сейчас ты мне намекаешь, да? Да, почему бы и нет? Ноябрь уже. Как выбрать сковороду и не прогадать? На первый взгляд, эта незаменимая посуда на любой кухне отличается лишь размером. Однако, есть несколько критериев, по которым можно судить, подходит вам она или нет. Первое – определитесь с назначением. Для блюд на каждый день подойдет сковорода классической формы. В ней можно жарить, тушить, пассеровать. Похожая на нее, но с более толстым дном и съемной ручкой, подходит и для приготовления блюд в духовке. А вот сковороду гриль круглой или квадратной формы вы сразу узнаете по дну с высокими бороздками. От них на блюдах и образуется красивый узор. На гриле жарят мясо, птицу, рыбу и овощи. Любителям восточной кухни пригодится вок. Это сковорода с дном небольшого диаметра и расширяющимися кверху тонкими стенками. Идеально для быстрого обжаривания овощей, мяса, птицы и рыбы. А вот блинница пригодится тем, кто любит блинчики, оладьи и сырники. Она отличается невысокими бортиками, так что в ней удобно распределять и переворачивать тесто. При выборе сковороды надо учесть, какая у вас газовая плита. Не все сковороды подходят для индукционной плиты. При выборе такой сковородки надо смотреть обязательно на дно, с ферромагнитным дном. Чтобы узнать, подходит ли она для вашей газовой плиты, для этого надо просто приложить магнит. Если оно притягивает, значит, у вас правильный выбор. Для стеклокерамических и электрических плит оптимальные сковороды с ровным плоским дном. Алюминиевая и медная посуда без покрытия с внешней стороны может оставлять следы на поверхности плиты. Какие бывают сковороды? Из алюминия, из нержавеющей стали, меди и чугуна. Алюминий, они тонкие, быстро нагреваются, быстро остывают и легко деформируются. Поэтому они по цене и дешевые, недорогие. Из нержавеющей стали, нержавеющая сталь, сковорода. Чем она лучше? Она не боится ни царапин, никаких перепадов. Легко моется, не выделяет никаких вредных веществ. Очень хорошая нержавеющая сковорода. Ее можно мыть в посудомойке также. Чугун – это долговечная посуда. Если правильно за ней ухаживает, она служит нам десятки лет, не боится никаких резких перепадов, царапин. Следующий шаг – определиться с покрытием. Алмазная наносится на алюминиевые сковороды и позволяет мыть их в посудомойке и использовать металлические лопатки и ложки. Недостаток – высокая стоимость. Керамическое покрытие используется для сковородок из алюминия, стали и чугуна, выдерживает высокие температуры, но портится от их резких перепадов. А вот мраморное от перепада температур на поверхности может даже потрескаться. Есть еще титановое покрытие и тефлоновое, и если последнее редко служит больше года, то титановая самая прочная. Цена на такую посуду соответствующая, но прослужит она гораздо дольше. Эмалевое покрытие наносится на чугунные сковороды. Посуду с этим покрытием не надо прокаливать, можно оставить в холодильник и мыть в посудомойке. Она не впитывает запахи и не боится коррозии. Обязательно надо определиться с диаметром. У нас сковороды от 18 до 28. Самый стандартный диаметр, это идет у нас 24-26. Для того, чтобы перед тем, как выбрать сковороду, надо определиться, насколько человека собираетесь готовить.
Стоит обратить внимание и на ручку. К примеру, монолитные максимально надежны и не могут отвалиться. Сенную ручку удобно тем, что можно убрать шкафчик, сложить. Также можно запекать в духовке. И еще один важный момент – крышка. Лучше, если она идет в комплекте. Если же нет, ищите нужный диаметр. Ведь крышка должна плотно прилегать к сковороде и строго соответствовать ей по размеру. Если вы уже определились с выбором, то обязательно смотрим на наличие дефектов. Есть ли на них царапины, изъяны на дне. Посмотреть все углы, бортики ровные или нет. После этого проходим на кассу, пробиваем выбранный ваш товар. Ну, готовить правильные сковородки мы будем вечером, а теперь давай вернемся к делам насущным. Ты, кстати, в курсе, что ученые предлагают делать дороги из полиэтилена? То есть это вот, который можно будет простым пальцем вот так вот проткнуть, да, и как пакет с пряниками? Нет, Ваня, ты не прав. Они изобрели новую технологию, по которой можно будет из полиэтилена делать укрепительные какие-то сетки, которые будут прям в покрытие вставлять внутрь покрытия. Таким образом будет увеличена его долговечность и прочность. Я так понимаю, об этом мы узнаем в автоновостях. Об этом и о другом. Автовладельцев всех стран беспокоит увеличение стоимости владения транспортным средством. Эксперты отмечают, что раньше по стоимости современного малолитражного автомобиля можно было приобрести среднеразмерный седан. Самым болезненным стало увеличение стоимости топлива, страхования, ремонта, технического обслуживания, паркинга, ну и, конечно же, самого авто. С 1 ноября заработал суперсервис «Европротокол онлайн». Правда, пока только в 5 регионах. Помимо Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, услуга также будет запущена в Республике Татарстан. Приложение «Помощник ОСАГО» позволяет оформить ДТП по «Европротоколу» за 15 минут без заполнения бумажного извещения. Его можно будет скачать в Google Play и App Store. При этом попавший в ДТП водитель сможет выбрать вариант оформления аварии с фотофиксацией или без нее, пояснили в ведомстве. Но во втором случае максимальная сумма выплат снизится с 400 тысяч до 100 тысяч рублей. Кристина, ты доела? Нет. Вот очень плохо, кстати. Видимо, до отпуска еще далеко, поэтому можно себе позволить что угодно. Друзья, ну пока Кристина занята, расскажу о том, что Инстаграм в очередной раз признан самой популярной социальной сетью всего мира. Ну, собственно говоря, в Инстаграме я и нашел такое замечательное видео, где, ну, от макияжа у вас, оказывается, зависит абсолютно все. То есть макияж может как украсить, так и навредить. Я без намеков, не надо сейчас на меня смотреть испепеляющим взглядом, Кристин. Нет, а что ты хотел им сказать? Вообще-то я хотел сказать, что две сестры из Британии создают просто удивительные образы при помощи вот мейкапа. Ну, я позавидовал, конечно, у них больше миллиона подписчиков. Ну да, действительно, макияж женщинами творит чудеса, и наш как раз бьюти-блог об этом. Вот, давайте посмотрим. Как же нарисовать быстро стрелку? Для этого берем какой-нибудь мягкий карандаш. Для этого очень хорошо подойдет каял. Сначала прорисовываем линию вдоль ресниц. Очень классный лайфхак. Не оставляйте межресничное пространство непрокрашенным. Обязательно зарисуйте все пробелы, чтобы была четкая линия. И теперь мы берем маленькую кисточку, которую будем растушевывать карандаш. Она должна быть у нас наготове, потому что такой карандаш очень быстро сохнет. Дополняем пространство во внешнем уголке. И тут же быстренько подтягиваем, растушевываем стрелку. Самый главный момент, смотрите, что ваша стрелка должна быть как продолжение нижнего века. Проверяем зеркало. Нас все устраивает. Переходим ко второму глазу. Кстати, если вы не любите стрелки, но хотите выразительные глаза, в течение дня можно использовать этот лайфхак. Оставить макияж таким. Или вы можете, кстати, взять даже какой-нибудь коричневый карандаш и прорисовать им просто пространство между ресниц. После этого красим глаза тушью. И вуаля! У нас все прекрасно. We'll be right back.
Чтобы научиться рисовать стрелки симметричными, конечно же, нужна практика. Регулярное повторение одного и того же действия улучшает его качество. Можно освежить тушь, а если желаете, даже добавить пару пучков на внешний угол. Стрелки ни в коем случае не должны быть единственным одиноким элементом на глазах. Одни ресницы тут не помогут. Обязательно нужна капелька теней. Берем тени натурального оттенка. Можно взять скульптор, которым вы делали коррекцию. И очень легонько прорисовать складку для того, чтобы придать рельеф. И мягко-мягко растушевываем нежной пушистой кисточкой. Разница очевидна. Кисть ставим, всегда начинаем тушевку с того места, где цвет должен быть самым насыщенным. Это внешний угол глаза. И подтушевываем к внешнему. Все движения идут только в одну сторону. И можно лишь слегка выметающим движением растушевать границу. По желанию можно добавить слегка тень на нижнее веко. Также кисть ставим к внешнему уголку и подтушевываем тени внутренней части глаза. Наш макияж готов. Можно играть с интенсивностью, делать его ярче или светлее. Стрелка может быть даже коричневой или вообще цветной. Все на ваш вкус. На работу, как на праздник, правда, всего 4 дня. Эта неделя у нас короткая, но стала быть продуктивная, потому что нужно успеть столько же, но за короткое время. Какие у тебя есть секреты, чтобы взбодриться, чтобы вот все успевать? Ну, у меня нету таких секретов. Стандартно, литрами кофе. А вообще тут недавно прочитал, чтобы взбодрить мозг, нужно все свои мысли переписывать на бумагу. Вот представляешь, век гаджета, нужно переписывать на бумагу. Надо бумагу и ручку сначала дома найти. Так, отложу-ка я планшет в сторону. На всякий случай. А вообще очень много таких советов можно посмотреть в нашей программе «ЗОЖ Таймс» Елены Бойцовой. Новый выпуск выходит в четверг, 21:35. В общем, просыпайтесь в одно и то же время, настраивайтесь уже на рабочий лад, а еще одевайтесь потеплее, потому что завтра, во вторник, наверное, будет самый теплый день на этой неделе, всего лишь до минус 10, ну а ближе к выходным, как всегда, уже по традиции, будет портиться погода, ветер северный, до 20 мороза. Доставайте все свои теплые вещи и ни в коем случае не болейте. В общем, плодотворной вам рабочей недели, друзья. И, конечно, с праздником еще раз. Сейчас, после «Утра на импульсе», смотрите информационный выпуск, подводя итоги. Это «Утро» с вами провели Кристина Логинова и Иван Фролов. Увидимся в пятницу в 6:30 утра. С добрым утром!